Слушай, дружище, а что ты тут делаешь? Да вот, пытаюсь, блин, снять размеры, чтобы сделать отверстие в плитке. А хочешь, я тебе покажу отличный вариант, как это делаю я? Отойди. Давай, 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 давай. Ну, в общем, смотри. Берешь плитку, в которую нужно сделать отверстие. Заранее устанавливаешь систему выравнивания. СВП от 3D крестиков. И теперь подводишь плитку точно комбинашкой, для которой тебе нужно сделать отверстие в плитке. Чтобы быть точным, берем лазерный уровень, переносим край комбинашки на плитку. Сверху, снизу. У нас есть две отметки. Убираем лазер. Теперь на нижней плитке рисуем отметку. Так как у нас комбинашка и плитка стоят на одной плоскости, а угол у плитки 90 градусов, следовательно, вот эту часть мы просто переносим. Понятно. Чтобы отметить вторую, можно использовать эту же плитку, но если она не лезет, берем плитку поменьше и переносим второй размер с другой стороны. Да. Все, есть у нас два размера. Теперь берем рулетку и запоминаем размеры. 32,1, 36,1. Мы начинали с десятки, поэтому плюс 10 всегда. Ну вот, дружище, как-то так. Сейчас идем сверлить. Погнали. Ну а теперь, в общем, с волшебным образом, с помощью рулетки, переносим наши размеры на плитку. 32,1, 36,1. Второй размер. 32,1, 36,1. Также можем перенести эти размеры сразу. 21 и 6, 25 и 6. 21 и 6, 25 и 6. 21 и 6, 25 и 6. Ну вот, квадрат означает то, что здесь нам нужно сделать круглое отверстие. Ну, хоть что-нибудь понимаешь, нет? Угу. Теперь берем коронку по керамограниту и делаем с помощью этой коронки отверстие в керамограните. Погнали. Можно, конечно, сначала нарисовать круг, чтобы было удобнее, потому что в квадратном отверстии не очень удобно рисовать. Круг есть. И погнали. Аккуратненько охлаждаем коронку, чтобы она у нас не сгорела. Отверстие сделано. Ну что, вот и все. Пойдем мерить. Теперь ты знаешь мой секрет, как я делаю отверстия в плитке. И как я их мерю. Доступно, понятно? Понятно. Ну что, пошли мерить. Ну смотри. Ставим на СВПшки. Выравниваем. И устанавливаем. Все идеально. Еще раз. Ух ты. Еще раз. Ну что, как тебе? Нормально? Вот это да. Блин, реально прикольно. Классно. Вот так вот. Вот таким вот образом я делаю отверстие в плитке там, где мне надо. Я не знал. Спасибо. Ну все, работай. Да, сейчас сам. Я пошел. Пока.